Одобряют ли жители областного центра запрет на продажу алкоголя в магазинах, которые расположены в многоквартирных домах? Такой опрос запустили на портале «Открытый Магадан». Напомним, законопроект опубликовало правительство Колымы. Согласно ему, торговля в магазинах, которые находятся в жилых домах, будет запрещена. По словам специалистов, таким образом борются с наливайками – кафе, где в ночное время можно купить алкоголь. Однако в такой формулировке законопроект ограничивает деятельность и других легально торгующих предприятий. Достаточно много предпринимателей чувствуют себя уязвимыми из-за этого законопроекта. Я хочу сказать, что у нас, вот, например, я проехал по улице Гагарина, да, и сразу смотрю, закрыто, аж туда вот ниже магазина «Ветеран». Вот если говорить в цифрах, то 80% продовольственных магазинов, в том числе, которые торгуют алкоголем, у нас находятся в многоквартирных домах. Если выпадет сегодня из товарооборота вот эта масса алкогольной продукции, то предприниматели не смогут получать, конечно, той денежной массы, на которую они рассчитывают. А если предприниматели не смогут получать хороший доход, то они закроют свой бизнес. Соответственно, отметил Юрий Гришан, люди потеряют рабочие места, а бюджет – налоги. Также магаданцы не смогут купить необходимые продукты питания рядом с домом. По словам градоначальника, из-за пандемии предприниматели и так потерпели убытки. И чтобы ситуация не повторялась, решение должно быть хорошо обдуманным.